Итак, всем привет! Вышла новая версия FIFA 17, и наконец-то она у нас запустилась. Смотрите, какие мне идут сообщения. Возможно, у вас таких сообщений не будет, если вы новичок в данной серии игр. За уровень Вероспорт получаю бонусы. То есть я получаю монеты. В Ultimate я получу какие-то тоже награды. Это паки. Вы сумели взять, вы получили приз ветерана. FIFA 16 также доступ к своему залу наград. Давайте нажмем далее. Сейчас мы сделаем основные настройки. Я выключу звук. Чтобы FIFA нас не кидала нам страйки в YouTube всякие различные. Так, вот так сделаем. Субтитры включим, язык комментаторов русский. Ну что, давайте пройдемся по основным настройкам. То есть длительность тайма у нас будет, да, наверное, 6 минут. Уровень будет легендарный, это, наверное, слишком много. Мировой класс, характеристика игров уникальные. Играя быстрый матч с включением формы игроков, вы можете получить уникальные с большими характеристики. Давайте уникальные. Скорость игры нормальная, мяч. Давайте выберем какой-нибудь мяч, которым будем всегда играть. Наверное, какой-нибудь красный сейчас выберем. То есть либо eSport, но eSport мяч красный. Не будем. Смотрите, есть такой старый мячик. eSport типа кожи, да? А, можно желтый. Давайте вот желто-черный, наверное, выберем. Сейчас я еще все посмотрю. И, да, мы выбираем желто-черный мяч. Вот он. Так. Камеру я всегда беру. Телекамеру. Телекамера, и всегда у меня телекамера. Нет, везде у меня телекамера. Нет, свое. То есть высота у меня маленькая, большая, высокая, масштабирование маленькая. Масштабирование нет. Так, отображение. Схема поля 3D. Выберите режим отображения вашего единого головы игрока. Угасание, ну то есть, наверное, указание, это значит будет появляться и угасать. Правила все мы включаем. Звук мы уже выбрали. Игровые настройки мы оставляем такие же. То есть какие-то пользуются индикатор силы, все это как бы мы оставляем так же. Ну и тоже не будем это ничего менять. То есть какие-то новые функции, я их что-то в 16 FIFA вообще не помню, но мы их оставим. Так. Выбор игрока. У нас стоит по Кристиану Рональдо, да, пока. Опять же. Ла Лига. Вот Реал Мадрид, да? Как определить, сколько звездный игрок? Вот интересный вопрос, пока еще, честно, не до конца разобрался. Ладно, тут у нас есть празднование голов, да, то есть... Нокаут, здесь сейчас укус. Финты. Раздел. Давайте еще выберем, сейчас посмотрим управление. Основу. А, персонализация управления, да. Тренер FIFA, в принципе, он нам не нужен. Его мы выключаем. Так, автопереключение, мяч в воздухе.
помощи перемещения. Функция, смотрите, функция автопереключения помощи перемещения позволит игроку двигаться уже в выбранном направлении короткий отрезок времени. Это даст вам время перейти, например, для другого игрока. Давайте небольшую сделаем, посмотрим, что это такое. Автопереключение будет признано только при свечах и навесах. В основном действует самостоятельно. То есть, если идет, получается, навесная передача, а я не переключился, то он переключится. Это мы оставим. Помощь в пасах, это я все делаю. Честно, вот можно все тут поставить, автомат. То есть, помощь при пасах верхом. В отношении диверсии удара ни экрана нет. То есть тут лучше все ставить вообще автомат, потому что, ребят, реально замучаетесь. Вот сохранить поддержку. Мечи, проходящие близко к телу, будут автоматически пойманы. Для всех остальных необходимо местоположение, правильное время. Тоже минимум. Ну давайте полуавтомат. То есть аналоговый рог включить. Включение аналогового рога позволит вам контролировать скорость рывка. Чем дольше вы удерживаете кнопку рывка, тем быстрее бежит игрок. Ну, защита у нас однозначно тактическая, потому что она уже давно, и в другой защите просто играть неинтересно. Давайте сейчас мы еще произведем покупки какие-то, да? То есть у меня накопилось 90 тысяч монет. Еще с того времени. И мы сейчас их все потратим. То есть используем, сейчас купим все... Дополнительный матч в режиме сезона. Нет, и нам не надо. Это нам не надо. Набор исторических ничья в режиме праздновать Лигового птица. Празднование поигрываем мускулы. Смотрите, то есть вот это все мы празднования мы открываем, которые у нас, получается, были закрыты. Давайте сейчас вы смотрите. Празднование голов, да? То есть, ага, так, 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 где тут были таких, я не вижу здесь. А вот Мэллоу есть. Мышца, наверное, поигрывание мускулами. Ну, в общем, в любом случае, надо все открыть, чтобы это все было. Можно сразу процесс игры, ну, бутсы, я не знаю, стоит ли нам покупать какие-то бутсы. Я все-таки предлагаю идти потихонечку и спокойно все открывать. Так, этот нам не нужен, бутсы. Ну, не знаю, давайте пока на бутсы тратить не будем. А вот монеты мы точно используем. Празднование отжимания мы точно используем. Контакт. Да. Это у нас в режиме фуд. Фуд Ultimate Team поможет. То есть можно будет какому-нибудь игроку дать контракт. На 99. Празднование червяк. Погасите этот предмет, ваш профиль в режиме карьеры мог надеть майку. После погашения вещь станет доступна при изменении игры в режиме карьеры. Давайте. Так. Дополнительная ячейка для команды FAT в принципе не нужна. Я там все время создаю одну карьеру, как бы ей играю. Погасите этот предмет, чтобы вдвойне увеличить фитнес следующих 5 тренировок в своей карьере. Это нам не надо. Скаут отправится на поиски, так что в следующий раз, когда вы вводите в режим карьеры. Это тоже. Празднование медведь. Увеличение призовых возьмем. Переигровка в режиме карьеры. Ну, тоже как бы это все. Приобретите победу в секундную, чтобы облегчить борьбу за лиц. То есть у вас может быть одна, да, одна... Можете себе победу одну сделать. Укус. Так, теперь мы выбираем. Так, историческая реформа Ливерпуль не будем. Может быть, матч режима сезоны. Набор исторической формы. Команда Adidas All-Star. Ёб твою мать. Так, ну что, едем дальше. Увеличение числа призовых монет берем. Карьера игрока, это нам не надо. Команда All-Star TMS. После погашения плана может выставить быстро в турнир.
Давайте выберем еще команду Adidas. Потом посмотрим, что это команда. Что это за команда? Команда MLS. Ну, тоже посмотрим потом в будущем. Так, дополнительный матч. Контракт на 99. Деле Али, да? Ну, кстати, его вот можно взять на 15 матчей, да? То есть он будет. Ну, а почему бы нет? Он из Англии. Мне бы он, кстати, пригодился. Возьмем его. Так, мы опять, получается, отжали. Так, блин, зря нажал на эту кнопку. Подождите. Так, вот мы на нем закончили. Увеличение списка трансферов на 10. Ну, давайте возьмем, недорого стоит. Так, ничья, профессии майки. Так, профессии мог надеть майку. Так, ладно, исторический набор форм премьер-лиги. Челси, Ньюкасл. Мы пока призовые монетки увеличим. Найти будет празднование ладушки. Да, что ж такое-то, а? Какая-то связь почему-то разорвана, непонятно. Произошла какой-то разрыв связи. Ну, заново давайте. Идем вниз, почему-то связь разрывается, непонятно. Из-за каких признаков она разрывается. Так. Приобретение. Финансовая помощь. Команда получает нового владельца миллиардера после погашения дополнительных яйцев. Это в карьере. Чтобы выучить всю следующую тренировку, это все в карьере. Так, это все кооперативный сезон. Карьера. Празднование голов. Все празднования я потом запишу в отдельном видео. Их можно будет все посмотреть. Сейчас уже на канале есть часть видео, которые можно посмотреть. О, Мартиали обязательно возьмем на халяву. Нам он пригодится, так как я буду формировать команду из игроков английской премьер-лиги, ну или из англичан. Ну, соответственно, Мартиали нам пригодится. Есть уже три контракта на 99 матчей, да, то есть это хорошее подспорье. Так, вы получаете предложение. Так, ага, Ройс нам не нужен. То есть я смогу трем игрокам предложить контракт на 99. Они у меня 99 матчей будут играть, я не буду париться. Родригес, нужен нам Родригес. Можно, кстати, его на 5 матчей. Чисто так, по приколу. То есть получите по 1000 дополнительных монет за каждый из 5 следующих матчей монеты лицензионные. То есть можно будет играть, и просто эти монеты будут сыпаться поначалу. О, Азар доберем, да? Возможно, мы потом его купим. Посмотрим, как он у нас попрет. Потом его себе сможем купить. Так, мячики. Ну давайте какой-нибудь красивый тоже вот этот радужный мячик купим. Тем более это английская премьер-лига. Мячик. О, смотрите, еще есть один контакт. Итого 4 контакта, да? То есть какого-то конкретного игрока купили. Ну, например, я точно себе куплю Варди. Точно куплю Руни. Мореза, возможно, сейчас куплю, да, я его взял. Соответственно, буду уже с этими игроками. Я могу им сделать контакт 99, и все, 99 игр. Я вообще не буду париться абсолютно, что там с ними будет. Празднование нокаут. Разного танцующий робот, но это мы помним, Питер Крауч так любит делать. Так, ну что, осталось совсем еще один казак на 99, ну, просто фантастика. Так, Дибала. Не помню, англичанин или нет, ну ладно. Давайте используем увеличение трансферного списка, потому что паков будет много, придется всех выставлять. Ну и надо, чтобы были ячейки. Абимьян, это, по-моему, из Баруси Дортмунд игрок. Так, подождите, Матуиди. Ну, по-моему, не ЗПЛ, насколько я помню.
Так, это в карьере. Хитарян берем. Из Манчестер Юнайтед игрок. Суареса. Блин, ладно, Суареса не будем брать, хоть он и... Он был из Ливерпуля, но его не возьмем. Ну, в принципе... Давайте, куда-то надо деньги тратить. Увеличим список трансферов просто на немыслимое уже количество. Комплект мечей, Adidas возьмем. А, нельзя их разблокировать. Ну и все. Все, мы все купили, все, что мне надо было. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И все. Всем пока. Впереди много видео FIFA. Лайки, лайки. И только лайки. Все, всем удачи. Пока.